Здравствуйте, меня зовут Евгения Бобровская, я тренер по гимнастике лица. Сейчас я покажу вам комплекс, который очень эффективен, если вам немножечко за 30. Итак, упражнение номер один для зоны лба. Упражнение поможет снять напряжение в зоне лба из-за того, что мы просто много удивляемся. Ставим наши руки, собираем их таким вот замочком и ставим их на границу роста волос и лба. Потянем себя назад. Дальше мы с вами вытягиваем губы в форме буквы О, а взгляд при этом опускаем вниз. И вот в таком положении мы задерживаемся на 30 секунд. Обратите внимание, что вы должны постоянно чувствовать натяжение, которое вы создаете, оттягивая себя руками назад. Это важно, да, потому что мы работаем на растяжку, на вытяжение мышечных волокон. Упражнение номер два для зоны глаз. В этом упражнении у нас будет задействована круговая мышца глаза. Здесь мы будем прорабатывать больше именно нижнюю часть круговой мышцы глаза. Для начала мы с вами безымянные пальчики прислоняем к наружному краю наших глаз. Далее взгляд мы поднимаем наверх. И в динамике на каждый счет мы с вами пытаемся сощуриться, но щуримся нижним веком. Как будто бы подул легкий ветерок, и вы слегка прищурились. Упражнение для зоны носогубного треугольника. Мы с вами слегка приоткрываем рот и губы прячем за зубы. Для усиления натяжения мы с вами еще больше приоткрываем рот, чувствуя, как усиливается натяжение от буквально переносицы до подбородка. В этом упражнении у нас также работает и круговая мышца рта, благодаря чему губы вновь обретают тонус и выглядят более аппетитными и сочными. Упражнение для зоны щек. Оно основано на предыдущем упражнении. Мы с вами приоткрываем рот и губы прячем за зубы, чувствуя натяжение. Дальше мы с вами указательные пальчики ставим на область щек. То есть как раз, где у нас должны находиться щечки, яблочки наши. И в динамике на каждый счет мы сейчас с вами будем пытаться улыбнуться. Чувствуете, как во время выполнения этого упражнения вы как будто бы выталкиваете щеки наверх. Это упражнение поможет поднять щеки и поможет нашим щечкам оставаться там, где они должны быть. То есть в верхней трети лица. В этом упражнении мы с вами будем укреплять мышцы шеи и линию подбородка. Делать мы его будем в статике. Мы с вами высовываем язык, высовываем в направлении вверх. Тянемся языком кверху. Дальше в полоборота поворачиваем голову налево сначала и поднимаем, опять же, слегка подбородок наверх, усиливая натяжение и усиливая работу мышц шеи. Задерживаемся на 10 секунд и то же самое проделываем и с другой стороной.